Финансовые трудности в связи с пандемией коснулись всех слоев населения страны. Чтобы облегчить жизнь россиянам, выпущено несколько постановлений, которые внесли изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ. Например, в период до 1 января 2021 года не будут начисляться неустойки за неуплату или несвоевременную оплату коммуналки. Тем же, кто получает субсидии на оплату ЖКХ, теперь не нужно ходить по инстанциям и дополнительно подавать заявки. В том случае, если срок действия субсидии истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, то он продлевается автоматически на 6 месяцев. Отметим, что при этом постановления не освобождают от необходимости своевременно вносить плату за услуги.